Всем привет! Сегодня я разберу свое крайнее видео под названием «Установил камеры и заснял реальных призраков в заброшенном доме». Начну сразу с того, что в этом видео очень много плазмоидов, также их называют орбами. И вот благодаря красному фильтру, красному освещению, которое было, я заметил очень много орбов. На минуте 4:30, вот посмотрите, в верхнем, в левом углу выплывает какая-то полупрозрачная субстанция и двигается в сторону зеркала. И снизу к ней двигается орб. Это плазмоид. Это понятно. Вот эта субстанция, это и есть, скорее всего, вот энергетический плазмоид. И также вот эти орбы. Сейчас я расскажу немного, что такое орбы. Орбы с латинского – это сфера, которая не видна человеческому глазу, только благодаря вот фотоаппаратам и цифровым камерам можно заметить плазмоида, орба. Многие утверждают, что орбы безобидны. Но поискав в интернете про орбы, можно найти то, что не всегда они бывают безобидны, потому что они отличаются, каждый орб по цвету отличается. Красные малиновые орбы – это сгустки сущностей нижних миров. То есть это и есть астральные паразиты, подселенцы, которые вселяются в людей. То, что, вот, допустим, называют одержимостью, вот эти орбы вселяются в человека, и после в него могут произойти галлюцинации, он может быть одержим, у него могут быть проблемы со психикой. Также они могут полностью как бы брать человеческий разум под свой контроль и находиться там довольно долгое время. И вот, допустим, на фотографиях, либо на видео, когда плазмоиды вокруг человека, они пытаются воздействовать и подключиться к его биологическому полю для того, чтобы считать с него информацию, либо подселиться. Я буду стараться изучать все вот эти моменты, все эти аспекты и приближаться как можно ближе к сути всей вот этой энергетики. Буду задавать более четкие вопросы, чтобы понять хотя бы приближенно, иметь представление, для чего вообще создана жизнь и что происходит после смерти. Кто не смотрел видео, посмотрите видео. Также, друзья, подписывайтесь на мой инстаграм, на новый лайв-канал. Туда я буду скидывать видео с моих поездок, ну и просто обычно какие-нибудь видео. Поэтому все ссылки будут в описании на мой инстаграм и на мой лайв-канал. Спасибо за просмотр и всем пока. Вся материя, по сути, это энергия. Просто в нашем мире она представлена более низкими, элементарными формами. Точно так же и себя вы вполне можете рассматривать как чисто энергетических существ. По большому счету, такой вещи, как материя, не существует. Это всего лишь искусственное понятие, изобретенное для того, чтобы понятнее и яснее отразить то, из чего скомпонован физический мир, который опять же, по сути, есть мир энергетический. Смерть очень многих держит в страхе. Тем не менее, это великая иллюзия, не спровергающая саму себя. Это то, о чем мало говорят, но много думают. С ее приходом вновь воцаряется жизнь, которая по своим масштабам и размаху далеко превосходит все то, что есть на этой планете. Люди боятся признать, что Библию на протяжении веков переписывали много раз. Истину слишком долго держали в тайне, и теперь самая пора извлечь ее оттуда и возвестить миру. Что вы хотите этим сказать? Всем привет, друзья! Сейчас я нахожусь в заброшенном доме. В этом доме примерно год назад мы были. На канале Нерв есть видео, можете посмотреть. В этом доме жила старая бабушка, она была слепая. Почему я сегодня сюда приехал? Так как эта бабушка недавно совсем скончалась. Когда дочка забирала эту бабушку, она не хотела отсюда уезжать. Сказала, я все равно сюда вернусь. Вот, в общем, я взял с собой ЭГФ и
попытаюсь связаться. Возможно, это душа этой бабушки будет здесь. Если ее так все тянуло в этот дом, она говорила, что здесь обитает ее друг, невидимый друг. Сегодня я попытаюсь выяснить, что же на самом деле здесь происходило и что это за сущность, которую бабушка называла своим другом. Вот такая вот разруха. Я не знаю, кто здесь что раскидал, либо кто-то что-то искал. Хотя не знаю, что здесь искать. В тот раз такого здесь не было. Вы посмотрите, все раскидано. Как рассказывала соседка, что она постоянно слышала шум и разбросанные вещи. Видимо, возможно, здесь вот весь вот этот беспорядок либо устроил полтергейст, либо какие-то, не знаю, вандалы, которые пришли сюда, что-то искали, либо просто все поломали, раскидали. Я вот помню это радио, оно было целое, сейчас вот все, что от него осталось. Поэтому, друзья, сегодня я расставлю камеры. Поставлю одну камеру в этой комнате, вторую камеру поставлю здесь, сам выйду с дома и после проведу сеанс ЭГФ. Так, друзья, включаю камеру. Это первая камера. Так, вторую камеру. Вторая камера. Так, вторая камера пишет.
Так, друзья, подключил ПГФ. Буду фиксировать на вспышку. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Кто вы? Разве ты нас не видишь? Я вас не вижу. Где вы? Мы перед тобой. Ты знаешь все ответы. Ответы на что? Ответы на что? Откуда вы знаете, что я думаю? Все энергии. Что вы хотите этим сказать? Вам никогда не понять. Что именно нам не понять? Не понять вас или этот мир? Вы здесь? Вы здесь? Вы можете сказать, жительница этого дома, бывшая хозяйка, она здесь? Душа этой хозяйки здесь?
Итак, друзья, сильный звук был в начале со стороны шкафа. Я попробую свет полностью выключить. Также сейчас попробуем с другого ракурса. Так, надо сейчас так, друзья, сейчас включу свет. Итак, по ЕГФ больше никто не отвечает. Сейчас поставлю камеру, вспышку и сам выйду из дома. Так, сейчас ставлю на вспышку, сам выйду. Выключу здесь свет. Все, я хожу. Так, оставил там немного света. Попробуем так. Постою пока здесь. Включил ЕГФ. Ничего вроде не происходит больше. Когда я здесь стоял, вот здесь было черное пятно. Только я поворачивал вспышку сюда, она исчезала. Кстати, вот что был за грохот тогда. Это упал стул с моим рюкзаком. Так, дверь это я закрывал.
много сторонних звуков. Я не знаю, кто мне отвечал по ЕГФ. Не знаю, было ли слышно на таком расстоянии, но будто бы детские голоса, детский голос будто бы мне отвечал. Вот. И я так понимаю, это какая-то энергетическая сущность, скорее всего, это и есть вот этот полтергейст. Либо что, тут что-то другое, потому что говорит «мы». Здесь, походу, много, много этих духов. И как мне сказали, что все, якобы все энергия. Вот это, кстати, надо будет еще... Что это за... А, это от света так... Якобы все состоит из энергии. И вот когда мне сказали, ты знаешь ответ на вопрос, я сначала не понял, на какой вопрос, и мне ответили, что то, что у тебя в голове, то, о чем ты думаешь. Я не понимаю, как они смогли залезть в голову и понять то, что я думаю. И хотел узнать еще то, что смерть – это не конец. Вот, они мне ответили, что все состоит из энергии, и как бы нам этого не понять. Высшая энергия, вроде так они сказали, высшая энергия вам не дано. Ну, типа, я так понимаю, что нам не дано понять высшей энергией, что происходит после смерти, куда люди попадают. Возможно, на самом деле все так и есть. Возможно, то, что наше трехмерное измерение, а вот все вот эти сущности, энергетические вот эти существа, что я и думал. Я не знаю, как они, вот, они залезли ко мне в голову и увидели то, что, ну, увидели мои мысли, увидели мой вопрос. И то, что вот эти сущности энергетические, они выше нас измерениями. Я не знаю, на одно или на сколько измерений, но факт то, что это совсем другая жизнь, которую нам не понять. Я бы еще хотел пообщаться, но, к сожалению, больше никто не отвечает по ЕГФ. Поэтому думаю, собираться сейчас смысла нету. Еще сейчас, ну, напоследок еще раз попробую. Если ничего не будет, то буду собираться и поеду домой. К сожалению, друзья, никто не отвечает, поэтому смысла находиться больше здесь нету. Сейчас буду все собирать и поеду домой. Ну и на этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока.